Один из самых протяженных ремонтируемых участков в этом году – улица Дальневосточная. Местные жители давно здесь ждали новый асфальт. И благодаря национальному проекту эту улицу удалось включить в план ремонта. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» вместе с другими 12 национальными проектами были разработаны во исполнение указа, майского указа президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. И мы смогли воспользоваться и завести на город такие большие деньги. 700 миллионов рублей в этом году будут направлены на ремонт 27 участков автомобильных дорог. На участке этой улицы протяженностью почти 3 километра уложат новый асфальт, обустроят 8 остановочных карманов и сделают тротуар. В данный момент идет устройство подпорных стен для предотвращения обвала грунта. Рельеф видите сами какой. В дальнейшем будет асфальтирование, два слоя асфальта, основание щебеночное и тротуар, по одной стороне тротуар. Завершить все работы планируют раньше намеченного срока, к 1 сентября. В этом году впервые дорожный ремонт стартовал в апреле, поскольку заблаговременно были проведены торги и позволили погодные условия. Это дает большое преимущество строительным организациям. Теперь подрядчикам не нужно гоняться за сроками, а выполнять свою работу добросовестно. За качеством ремонта будут следить общественники, депутаты горсовета и лично мэр Улан-Удэ. Это даст возможность нам контролировать. То есть не то, что вот надо деньги освоить, а то, что надо провести правильную ремонтную кампанию и своевременно контролировать. Лучше найти ошибку и ее исправить, чем на этой ошибке множить дальнейшие неправильные действия. Мы попросили наших коллег-депутатов горсовета и общественной организации Союз дорожников Республики Бурятия подключиться к контрольной функциям, и свои плоды уже дает. На днях комиссия уже выявили ряд замечаний на улицах Революции 1905 года и Хахалова. Замечания касаемые устройства тротуаров, устройства бордюров, то есть работа выполняется не по ГОСТам, не по нарушению требований необходимых, значит, норм, регламентов. То же самое по улице Хахалова. В связи с этим, значит, по поручению мэра принято решение о приостановке работ до устранения всех выявленных замечаний. Сейчас ремонт проходит на 23 участках дорог. Еще 4 планируют начать уже на следующей неделе. Валерия Каратуева, Жаргал Цариндашиев, Новости дня.